Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я Александр Петров. И давайте поговорим все-таки о тех профессиях, которые вошли в список, новый список для 189-й визы, список СОЛ. Я не рассматриваю другие визы, потому что если вы подаетесь из Австралии, это окей, но когда вы уже сюда приезжаете, мы думаем опять-таки о профессиях из 189-й визы, из списка 189-го. Что касается остальных, я как-то очень мало верю в это, единицы проскакивают. Я не люблю работать, когда иммиграционные риски достигают там отрицательного значения 80-70-90%. Для меня это просто неприемлемо. Поэтому мы говорим о профессиях, которые из списка 189-й визы. По бухгалтерам, как я уже сказал, и айтишникам, кстати, мне без разницы, это 70, 80 или 85, 90 будет уже сложнее. Если вам до 40 лет, если вы наши друзья, если вы люди нам лояльные, люди нам преданные, люди, которые дружат с головой и порядочные, то одно единственное условие, естественно, это австралийское образование, как минимум 2 года, и английский язык. Ребята, я не могу понять, когда люди говорят, я не могу сдать. Меня это, ну, скажем так, нервирует. Все, что надо было мне, я всегда делал. Никогда не делал это с излишком. Если я что-то делаю и делаю это, казалось бы, кому-то кажется ненужное, это я делаю за делом на будущем. Потом это ненужное играет такую важную роль. А те, кто это упустил, они уже никогда не смогут этого сделать задним числом. Поэтому я не допускаю того, что я бы тратил время на то, что не нужно, или excessive. То есть я не буду повышать уровень английского языка выше намного, чем это мне нужно. Я не буду получать знания, которые мне никогда не пригодятся, но общие знания, конечно, я это не брошу, и энциклопедические знания от меня уже никуда не уйдут. Но, кстати, они у меня есть, и поэтому я их буду просто обновлять. И через, в основном, печатные источники, а не через проституированный интернет. Ну, ладно, это отвлечение от темы. Если не брать эти две основные профессии, то, допустим, теннисный тренер. Ну, прекрасно, что Саша вот как раз у нас тренер, и я очень надеюсь. Он, кстати, может остаться как бухгалтер, да не вопрос. Но я надеюсь, что он останется как тренер. Почему? А потому что я хочу, чтобы это было красивее, быстрее и дешевле, кстати. Вот. Поэтому мы это сделаем. И, Саша, мы это сделаем. Мы это сделаем. Только сдай английский на нужный нам балл, и все, ты будешь здесь. И вы должны понимать одну вещь. Саша, да, один человек, это очень близкий нам человек, его семья нам близка, но за Сашей стоят связи. Вы знаете, сколько тренеров теннисных в России и в Украине, и в Казахстане этот человек имеет? И не только, здесь тоже, и не все они являются австралийцами. Опа! Так что Саша окажется, вполне возможно, очень и очень важным звеном в этой цепочке. Футболисты. А вот у нас есть парень, который футболист. Играл за «Динамо» Москву. Да, он уже давно не играет. Да, он и так останется. Да, конечно. Только связи-то у него остались. И таких футболистов можно сейчас набрать очень много. А я занимался тоже ребятами-спортсменами, чтобы возить их сюда, работать в клубах АФЛ. Это, кстати, никуда не делось. Мы продолжаем разрабатывать это направление. Дело в том, знаете, сколько у нас сейчас клубов и разных организаций, где ребята вообще-то выстреливали в очень хороший уровень футбола. И стаж у них очень большой. Каким образом вы можете, если я имею в виду какие-то конкурирующие фирмы, какие-то миграционные агенты, каким образом вы можете на них выйти? Да никто не будет вам доверять, а нам будут, потому что мы уже работаем с этими людьми. Поэтому и в плане футболистов, и тренеров у нас хорошие, как бы, планы. А музыканты?
Я, между прочим, являюсь агентом, и у меня очень хорошие друзья именно на уровне руководства одного из высших учебных заведений, которые занимаются музыкой. Я не так много людей туда привез, но сейчас-то музыкант остается здесь. Сейчас-то эти люди, которые приехали сюда, теперь-то они здесь останутся. А обучение у них любимое и легкое, и австралийское. И 65 баллов будет надо набирать. Они, естественно, их наберут сразу после окончания. Потому что английский у этих людей уже великолепный. Да, я работал в этом, казалось бы, впустую, но оказалось не впустую. И я очень рад, что и музыканты остаются, и, слава богу, преподаватели. Кто-то из моих бывших учеников и таких горе-конкурентов смеялся, что я устанавливаю связи, ненужные связи партнерские с какими-то гнилыми, мусорными, как было сказано. Лично ректоры знают, что и кем это было сказано в России, в Украине, в Казахстане. Но каждый этот университет, каждый может дать как минимум 3-5 человек на эту визу. Безусловно, безусловно, я на этом не заработаю. Но Алексей Чехунов на этом заработает. Алексей Чехунов — это мой друг. И надо иногда друзьям помогать, и не иногда, всегда надо им помогать, невзирая на то, имеешь ты выгоду, дорогой друг, или не имеешь ты этой выгоды. И теперь вот эти мусорные институты, они дадут нам значительное количество лекторов, которых отлично английский язык, которых стаж, ой-ой-ой, какой большой. И, соответственно, они полностью eligible для того, чтобы остаться в нашей стране, приехать сюда. Опять-таки, людям нужна работа. Мы-то думаем о том, что все равно этот список выйдет из 189-го и останется на каких-то 489-х, 186-х, 190-х визах. И там нужен будет job offer. Как вы думаете, когда мы устанавливали партнерские отношения между университетами, мы не думали о такой возможности? Мы думали и мы знали. Почему? Да потому что, опять-таки, я занимаюсь политикой, и я знаю, что и знал, что будет меняться список, и приблизительно знал, в каком он будет направлении. У вас еще будут очень скоро сюрпризы. А у нас уже люди учатся на тех профессиях, которые будут в списке СОЛ. Так что не так прост этот Александр Петров, как некоторые думают. И что касается лектора, в действительности, именно система взаимоотношений между высшими учебными заведениями — это система, которая даст достаточно много иммигрантов. И мы уже, как говорю, смотрим дальше, когда немножко будет пожестче, а мы уже к этому готовы. Но чтобы образовательный агент находился в гуще событий, и чтобы он имел комиссионные с обучения, допустим, этих кандидатов, потому что учиться-то люди могут и в Австралии. Вы как-то, наверное, не думали о том, что человек, который делает здесь PhD, является лектором, и этим лектором он может иметь до 20 часов. Основной университет ему обычно 20 не даст. Но всякие другие высшие учебные институты дадут. И у меня таких связей много. Соответственно, если мой студент сюда приедет на PhD, то он станет лектором. И он станет лектором, который будет иметь стаж. По любой, в принципе, дисциплине. Организовать им некоторое трудоустройство год-два в России, в Украине, в Казахстане для меня тоже не составляет никакой проблемы. Заметьте, 65 баллов всего лишь нужно. Но если мы будем распределять людей в глубинку, где тоже есть, кстати, филиалы высших учебных заведений, они будут открываться, то там надо будет иметь 55, потому что 10 дает региональное спонсорство. Это фактически любой человек, даже сейчас с шестерками может здесь остаться. Дадут ли людям работу? А естественно дадут. Почему? Да потому что эти люди согласны работать по IBN,
Эти люди согласны делать curriculum development. Эти люди согласны делать очень много вещей, от которых воротят рыло местные, ну, извиняюсь за такой как бы оборот, местные преподаватели. Эти люди выгодны учебным заведениям. Так вот, когда мне говорили, что я не подробно говорю о списке профессий новых, я не буду говорить о тех людях, которые мне не интересны. Мне нужно то, что мне интересно. Интересно мне то, что интересно моим людям, в том числе как бы и вам. Вот, допустим, мультимедиа специалисты. А у меня просто как минимум 3 человека являются специалистами, бакалаврами мультимедиа. В том числе и Лена Карпенко, поздравляю папу и маму, Игорь и Светлана, по-моему, поздравляю с тем, что дочка имеет 2 нужные профессии, причем бриллиантовую профессию, полученную в University of New South Wales, вот, в дополнение к тому, что она получила бизнес-дисциплине в Кингсон Институте. У меня еще один из ребят учится, он получит, он, наверное, пойдет по IT, но все-таки диплом of Multimedia он получит. И, соответственно, это тоже очень важное. У меня десятки ребят будут мультимедиа-специалисты. Да, мы ожидаем, что это, скорее всего, перейдет в 190. А может быть и нет. Потому что если эта профессия сейчас подтверждается Australian Computer Society, ACS, то это значит, что она просто забирается ICS, которая очень влиятельная организация, и дальше она не уйдет из 189-й визы, она просто будет болтаться по поинтам. Сейчас с 70 оставляют, потом с 80. А что, какие проблемы? Вы знаете, что такое иметь десяток людей, твоих друзей, которые сделали мультимедиа? Вы представьте себе, что можно сделать в интернете для себя и для своих дружественных блогеров или бизнес-пипл, да? Есть очень много вещей, которые я хочу делать, и у меня есть как минимум 3, может быть даже 4 учебных заведения, которые работают с Bachelor of Multimedia. И я говорю, я готов к тому, что это опять уйдет в 190-ю визу. Скорее всего нет, скорее всего останется на 189-й, но уйдет. Так что, дорогие друзья и особенно недруги, я прекрасно понимаю, какой список и что в этом списке. Огромная благодарность Алексею Чехунову, который меня очень хорошо в этом деле просветил и с подтверждением этих квалификаций, и много чем другим. Я прекрасно разбираюсь в этом во всем. Опять-таки, спасибо Алексею Чехунову, но и все-таки я тоже не очень глупый человек. Но мне интересно то, что интересно мне, и то, что интересно моим людям. И то, что мне интересно, я вам озвучил. И я думаю, что есть еще несколько профессий, по которым мы поработаем. Но наш главный интерес – удовлетворить именно ваши запросы. И что мы удовлетворим по лично вашим запросам, я уже рассказал в этом ролике. Так что, дорогие друзья, я вас поздравляю. Все идет замечательно еще до того, как наше правительство поменялось на лейбористское, оно поменяется на лейбористское, дай бог, если он существует. И после этого нам станет еще веселее. Жить стало лучше, жить стало веселее. Удачи вам!